Нет. А по плаванию разряд есть? Нет. Приемами самбо овладел? Нет. Тогда не примут. Почему? Читай условия приема. Футболистов. Видишь, заяц? Стоп, стоп, стоп. Заяц тут ни при чем. Такие объявления дают некоторые учебные заведения. Вот, например, Волгоградский энергетический техникум приглашает легкоатлетов, пловцов, баскетболистов и волейболистов. Приглашает пловцов, легкоатлетов, волейболистов, баскетболистов. Приглашает пловцов, легкоатлетов, волейболистов, баскетболистов. Приглашает баскетболистов, лыжников, пловцов, биатлонистов. Приглашает спортивные секции легкой атлетики, лыжного спорта. Приглашает в группы по боксу, биатлону и лыжам. Но самое удивительное, что такие объявления дает уважаемой редакции нашей популярной газеты «Советский спорт». И редакция! Погоди!